Hello, пассажир, слуга Оресава. И прежде чем вы посмотрите данный ролик, у меня для вас предупреждение. Дело в том, что я вела приколы, потому что они собирали много просмотров, создавая активность на канале. Ну и теперь, дело в том, что под последним роликом с приколами всего 3 комментария. Вообще 4, но YouTube не считает за комментарии то, в чем меньше 4 слов. В связи с этим я решила, что раз уж приколы летят вниз, то зачем это продолжать? Но у меня еще осталось материала примерно 3 выпуска. Так что все в ваших руках. Если за эти 3 выпуска, к юбилейному, между прочим, вы не сделаете так, чтобы приколы снова поднялись, я закрываю рубрику. Итак, когда все в ваших руках теперь, приятного просмотра. Простите, я на минутку. Маленький сюрприз. Что он сделал с моей рукой? Может быть, на всякий случай ампутировать? Иначе я вас найду и буду плакать рядом с вами. Все, что касается сестер или моего прошлого, строго засекречено. Я не знаю, что может всплыть, так что мое прошлое буду держать в секрете от нее. Боже мой, и каково это? То есть одно дело, когда им 6 месяцев, год, 3 года, но 10 и 7, это уже не шутки. От них ведь уже и не избавишься? Нет, не получится. Они сами пытаются от меня избавиться. Ой, а я задрот, я, наверное, до 5 утра, как обычно, в свои игры, да, мол? Я надеюсь, что у нас скромная, стройная, красивая. И после званого ужина я попробую пригласить ее на свидание. Здравствуйте. Вау. Ёб твою мать! И не менее интересный курс, как от секса зависит ваше материальное благосостояние. Наверное, можно было разобрать какие-нибудь еще видео или посты. Но, признаюсь, мне просто некогда. Я должен успеть записаться на вебинар о связи секса и денег. Одну ночь! Он не поспал одну ночь. Он его выносят на носилках. Он такой, я не знаю, если справлюсь. За это вам подарки. Да, билеты на аттракцион. Вон там вот, вас уже ждут. Называется виселица. Что там делают? Веселятся. На, жри. Ну, у меня много скрытых творческих талантов. А теперь послушай меня. Мне на тебя поебать. Твои главные таланты свисают до колена и весят 0,5 тонны. А теперь на, жри. А секс втроем мы хотим, Римус? Нет, такого не хотим мы. Страшно. Она очень. Может, тогда уже вдвоем? Зачем нам еще кто-то? Это чисто для отмазки, типа, да? Нет. Типа, да вы девочки, нет, с нами же была девушка. Какие же они все похожие. Три дня где-то мизим хавал, но сегодня уже нормально, даже кофе с утра выпил. Так, тебе что-то заказать у доставки? Мне баскет 28 крыльев острых. Так. А, стоп. И этот, и халапеньо еще. Секса хочу. Ты интересный. Давай пообщаемся. Но опять же вопрос, где пельмени? Я уже, знаете, жрать хочу.